Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об одной из особенных, я бы сказал, машинок. Это Andy Supra ZR. Сразу же давайте скажем, машинка это не для всех. Это аккумуляторная машинка, очень мощная, со сменными ножами опять, но тяжеловато. Поэтому в основном, наверное, на мужскую аудиторию рассчитано. Ну и теперь давайте поподробнее. Поподробнее, как всегда, начнем с упаковки. Даже коробка у этой машинки значительно больше, чем у остальных машинок Индис, просто чтобы впихнуть саму тушку внутрь. Давайте смотрим, что написано. Во-первых, написано беспроводная. Данная машинка работает от аккумуляторов. Роторный мотор 5-скоростной. Имеется переключатель скоростей в диапазоне от 1800 до 3800 оборотов в минуту. Дальше отмечено, что у нас здесь быстросъемные керамические ножи. Сразу хочется отметить, что можно ставить не только керамические ножи, но и классические полнометаллические ножи, вообще любые ножи стандарта опять. В комплекте идет керамический нож размера 3.0, по-русски говоря, 0,5 мм. Для чего? Сам производитель Эндис указывает, что машинка предназначена для работы с очень густым волосом любого типа. Это действительно правда, здесь очень мощный мотор, поэтому любой волос любого типа, любой густоты у человека, да и у большинства животных данная машинка легко сострижет. Установлен у нас здесь литий-ионный аккумулятор, который с одной подзарядки работает 2 часа, сама подзарядка длится тоже 2 часа. Так, здесь, в общем-то, все это повторяется. Здесь тоже повторяется. И давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас, как всегда, у Индис показана комплектация. Это подставка, зарядное масло и нож. Номер 3.0, 0,5 мм. В сравнении этой машинки с другими, что мощность хорошо контролируется, хорошая скорость здесь, может и мокрые, и сухие волосы стричь. Тип волоса любой, тип мотора роторный. Ну, в общем-то, все интересное на коробке, пожалуй, закончилось. Давайте посмотрим, что же у нас интересного в коробке. Комплектация. Само собой машинка, само собой зарядное устройство для машинки, поскольку это аккумуляторная машинка. Подставка зарядная, масло для смазывания и запчасти. Как всегда, нет кисточки, как всегда, я не считаю это проблемой. Давайте поговорим о зарядном и о подставке. Машинка напрямую от зарядки питаться не может, только на подставке. Здесь же один из главных минусов данной машинки. Она чисто аккумуляторная машинка. Не аккумуляторная сетевая, а чисто аккумуляторная. Внутри стоит емкий аккумулятор. По сути, там стоит два стандартных аккумулятора литий-ионных стандарта 18650. Это очень удобно, поскольку такие аккумуляторы легко найти любой емкости от различных производителей, любого качества, от самых дешевых до самых высококачественных. Фактически это на сегодня промышленный стандарт аккумуляторов, поэтому если вдруг родные умерли от времени, легко будет заменить. Хорошо, дальше. Мотор. Мотор, как уже говорили, здесь роторный, высокоэффективный, мощный, с мощностью порядка 15 Вт. Производитель, как всегда, нигде мощность прямо не указывает, но это можно вычислить по указанному времени работы и по емкости аккумуляторов, которые можно подсмотреть, если разобрать машинку. Я разобрал машинку, подсмотрел, посчитал. Получилось около 15 Вт. Получается, что, в общем-то, это тот же самый Эндис МВП проводной, но без провода на аккумуляторах. Поскольку сюда добавились аккумуляторы, машинка потяжелела. Если МВПшка весит где-то 290 грамм, то эта машинка весит около полукилограмма. При этом здесь все еще мощный мотор, при этом здесь все еще быстросменные ножи стандарта А5. В комплекте здесь один нож, керамический, номер 3.0, 0,5 мм. Напоминаю, что поскольку здесь нож стандарта А5, то можно подбирать ножи из линейки Эндис, керамические, цельнометаллические. Можно подбирать
ножи из линейки других производителей с длиной среза от 1,20 мм и до 19 мм. Это только то, что я встречал. Наверняка бывают и меньше, и больше. Но вот я точно видел, держал в своих руках ножи от 1,20 мм до 19 мм. Ну и само собой на них существует масса насадок от разных производителей. А что еще сказать про эту машинку? Здесь имеется у нас переключатель скоростей с удобной индикацией скорости. Напомню, скорость от 1800 до 3800 оборотов. Выглядит все это так. Сначала включаем машинку. Причем немножко непривычно было. Включение происходит с небольшой задержкой. Сдвигаем кнопку и только потом пошло движение. Не одновременно. Поначалу я даже испугался, когда пришла машинка. Эть, щелкнул туда-сюда и она не включилась. Сломанная. Нет, не сломана. Есть такая специфика работы электроники на данной машинке. Несколько экземпляров у меня было в руках, везде это присутствует, то есть это для машинки норма. Включили, она подумала, заработала. Скорости. Надеюсь, на видео слышно, как меняется звук. Для чего вообще нужна регулировка скоростей? На самом деле, наверное, удобнее всего стричь на максимальной скорости. Это наиболее производительный режим, но при этом в этом режиме нож греется больше всего, но и машинка довольно сильно шумит. Оптимальный режим, на мой взгляд, средний, третья скорость, при этом и невысокие вибрации, и шум небольшой, и нагрев ниже, чем на максимальной скорости. Вес. Я уже сказал, что машинка эта тяжелее, чем проводная Индис МВП за счет того, что поставили два аккумулятора. Но насколько же она тяжелая? Вес ее около 500 грамм, что, конечно же, гораздо больше, чем вес большинства аккумуляторных машинок, которые весят в районе там 250-300 грамм. Кроме того, эта машинка еще и больше. Если положить рядом одну из самых распространенных у нас в стране аккумуляторных машинок Moser Chrome Style, то мы увидим, что разница по длине составляет около 2 сантиметров и разница по весу 200 грамм. Вроде бы машинка большая, тяжелая и неудобная, но это только если сравнивать с аккумуляторными машинками. Если же сравнить с проводными роторными машинками, то эта машинка окажется и легче многих из них, и меньше по размерам. А если сравнивать с наиболее доступными вибрационными машинками, то она окажется легче практически всех из них. Допустим, Moser Primat весит примерно 520 грамм, Остер 616 весит 560 грамм, ну а проводные вибрационные машинки Wall и вовсе весят по 620 грамм. То есть на их фоне эта машинка будет даже легкой. Хорошо. Дальше. Зарядка. Ну, про зарядку что говорить? Просто хорошее зарядное устройство с запасом по мощности, которое подсоединяется у нас к подставке, и машинка заряжается уже на подставке. Полная зарядка, как мы говорили, идет где-то 2 часа. При этом подставка очень удобная, она массивная, она тяжелая. У нее имеются специальные ножки резиновые, которые снижают скольжение по гладким поверхностям. То есть в плане подставки здесь все очень хорошо. Она удобная, в нее легко попадать машинкой. В общем-то, все, что необходимо об этом знать. А подставка еще добавляет брутальности этой машинки. Она реально большая подставка для реально большой машинки. Поэтому, выставляя в ряд у себя на тележке или на полке, данная машинка будет прямо выделяться в общем ряду. Запчасти. Что же за запчасти у нас здесь положили? Это поводок ножа. В Эндис используется особая конструкция. Снимаем защитную крышечку. Здесь видно, что момент движения с эксцентрика на нож передается не напрямую, а через вот этот вот поводок пластиковый. Само собой, ничто не вечно. Да, со временем этот поводок износится, он выполнен из полиэтилена, то есть может со временем перегнуться. На этот случай производитель сразу же в комплект кладет второй поводок. Ну и кроме того, эти поводки продаются
отдельно. То есть это невелика проблема, по этому поводу переживать не стоит. Нож. Как мы уже говорили много раз за время этого обзора, нож здесь быстросъемный стандарта А5. И небольшое отступление от канона. Здесь нож защелкивается без кнопочки. То есть на многих машинках здесь используется кнопка, на которую надавил, нож снял. Здесь этой кнопки нет, просто надавливаем и нож снимается. В принципе, это вполне безопасно, поскольку здесь опять же имеется пенек, который блокирует от соскальзывания. Ну, просто особенность конструкции для более быстрой замены. Напоминаю, что по-хорошему все ножи у нас снимаются на выключенной машинке, надеваются на включенной. Включили, поставили минимальную скорость. Надели нож. Все. Данная машинка предполагает, что у вас в комплекте будет несколько ножей. В этом главное ее преимущество. Преимущество ее не только в мощности, а в том, что можно взять себе нож 0,5 мм, 1 мм, 3 мм, 10 мм и менять их по мере надобности. Понятно, что это довольно-таки дорогое решение. Сама машинка тоже не дешевая. На сегодня это, наверное, самая дорогая машинка в нашем магазине. В принципе, это не удивительно. Довольно мощный, качественный мотор. Емкие аккумуляторы. В принципе, машинка очень интересная и аналогов не так много. На этом, пожалуй, все. Если будут вопросы какие-то, спрашивайте. Но давайте напоследок повторимся, что это у нас аккумуляторная, не аккумуляторная сетевая, а роторная машинка, очень мощная, со сменными ножами стандарта А5, с регулировкой скоростей 1800 до 3800 оборотов в минуту. Довольно тяжелая и довольно большая, но легче и меньше, чем большинство проводных машинок. Машинку можно рекомендовать тем, кто работает на потоке с мужчинами именно, то есть большое количество стрижек, большое количество людей, частые клиенты с густым волосом. Это машинка для вас. А машинка дорогая, дороже обычных, дороже, чем тот же Chrome Style или какой-нибудь там, тем более Wall, который стоит еще дешевле. Да, но, тем не менее, в своих специфических задачах у нее практически нет конкурентов. Специфические задачи, я имею в виду мощность проводной машинки на аккумуляторе. Из минусов у нас здесь все-таки она тяжеловата, но это можно понять и простить. И она не работает от провода и не заряжается напрямую от провода, только через подставку. Это немножко обидно. Вступайте в нашу группу «Енот Постригун» ВКонтакте. Заходите в наш магазин «Енот Постригун», чтобы посмотреть характеристики подробно и глянуть, почем она у нас сейчас продается. Будут вопросы, спрашивайте их в комментариях, либо обращайтесь ко мне ВКонтакте. Пока-пока!